Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Приглашаю вас прогуляться по магазину Fix Price и посмотреть новиночки. Их достаточно много, и среди них есть такие, на которые стоит обратить внимание. Но давайте же обо всем по порядку. Заколки для волос. В набор входит 3 штуки, производитель Китай, состав сталь. Стоит 55 рублей такой набор. В него входит 3 невидимки различных форм и цветов. Выглядит нежно и стильно. Если вы уже пользовались такими, пишите отзывы в комментарии. Щетка для мытья длиной 38 см. Производитель Китай, состав полипропилен и нейлон. Щетка имеет очень плотную, достаточно высокую, мягкую щетину с обратной стороны массажную поверхность. Продается в 3 расцветках: голубая, бежевая и зеленая. Мне показалась довольно прочной и удобной. Стаканы для зубных щеток. Производство Китай, состав полистирол. Продаются в 3 расцветках: розовый, серый и светло-голубой. В этой же коллекции есть очень интересные диспенсеры для жидкого мыла и овальные мыльницы. Предверные коврики размер 50 на 80 см, состав полиэстер и ПВХ, производитель Китай. Стоят эти коврики по 199 рублей. Сделаны очень качественно, придраться не к чему. Орнамент весьма оригинальный. Расцветки есть в продаже различные. Все они очень яркие. Есть даже ярко-синий коврик. Посмотрите. Напоминаю, что черная сторона оставляет желтые следы на линолеуме. Не успела на дворе запахнуть осенью, а Fix Price уже реагирует. Шапки детские, выполненные из тонкого трикотажа, продаются в различных расцветках, можно подобрать и на мальчика, и на девочку. Производитель Кыргызская Республика, состав 95% хлопок, 5% лайкра. Размеры с 44 по 48. Розыгрыш, сувенир, туалетная бумага с игрой в крестики-нолики и морской бой. Стоит такой розыгрыш 77 рублей, произведен в Китае, состав, вы удивитесь, бумага. Набор цветных гелевых ручек в количестве 12 штук, стоимостью 149 рублей, производитель Китай. В продаже представлены 4 набора с блестящими чернилами, чернила с эффектом металлик, неоновые плюс блестящие, металлик плюс неоновые и плюс блестящие чернила. Сервировочные салфетки размером 42 на 27 см, 3 кота. Все салфетки выполнены в детской тематике. И термосалфетки под столовые приборы размером 40 на 28 см с различными рисунками, очень приятными. Ato Kitchen, производитель Китай, состав полипропилен. Стоит 18,50. Очень симпатичные общие тетради объемом 48 листов в клетку. Произведены тетради в России, на лицевой стороне различные надписи, яркие неоновые обложки, soft touch. Настольный коврик для детского творчества, размер 60 на 85 сантиметров. Производитель Китай, стоимость 249 рублей. В наборе с ковриком идут 3 фломастера. Белая сторона предназначена для рисования любыми красками и маркерами с пометкой «Смываемые». Оборотную сторону коврика с ярким дизайном можно использовать в качестве покрытия для письменного стола. Набор акварельных красок «Мультики от Гаммы». В наборе 12 цветов. Удобная коробка с прозрачной крышкой. Кисточки в наборе нет. Стоит эта акварель 55 рублей. Компактное зеркало с подсветкой стоимостью 149 рублей, производитель Китай, состав ПС, сталь, стекло. Работает зеркало от 3 мизинчиковых батарей, которые нужно покупать отдельно. Кнопка включения находится с боковой стороны зеркала, крышка зеркала никак не фиксируется. По краю зеркала идет ободочек со светодиодами, который, собственно, и является подсветкой. Под крышкой находятся 2 зеркала, одно обычное, второе увеличивающее в 2 раза. Дизайны у зеркал симпатичные. Если вы уже покупали такие зеркала и пользовались ими, пишите в комментариях свои впечатления от покупки. Мне, например, не понравилось то, что крышка верхняя не фиксируется, и то, что зеркало толстое и объемное. Формы для запекания, произведенные в Польше из жаропрочного стекла. Овальные формы с высокими бортиками, объем 2,2 литра. Формы отлично подходят для использования как в духовке, так и в микроволновой печи. Их можно ставить в холодильник и мыть в посудомоечной машине. Если вы будете избегать резких перепадов температур, например, горячую форму из духовки ставить на холодную тряпку,
Тогда форма прослужит вам долгие-долгие годы. Степлер строительный от Master Hand со скобами в количестве 100 штук. Предназначен для обивки мебели тканью. Имеет пластиковый корпус, размер скоб 4 на 8 мм. Производитель Китай, состав АБС и сталь. Имейте в виду, что если степлер не зафиксирован, он может представлять опасность для ребенка. Даже если зафиксированы такие вещи, лучше хранить в недоступном для детей месте. Стоит такой степлер всего 199 рублей. В строительных магазинах они стоят гораздо дороже. И для тех, кто сам любит перетягивать стулья и табуретки, это незаменимая вещь. Пиала Боул Ато Кичен объемом 400 мл. Производитель Китай. Состав опаловое стекло. Стоит такая пиала 77 рублей. Не зря говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Эти тарелки своей формы мне напомнили советскую посуду из столовых из нержавейки. Тарелки Аркопаль, диаметр 23 см, произведенные во Франции, с нежным цветочным принтом, стоимостью 99 рублей. И похожие тарелки от Люминарк, тоже стоимостью 99 рублей, сделанные из опалового стекла. Тоже цветочные мотивы, волнистый край, очень приятные тарелочки. Мочалки для тела. Производитель Россия, материал поролон и синтетическая нить. Стоят по 55 рублей, выполнены в виде ленты с ручками. Отлично подходят для ежедневных водных процедур. Бальзам-кондиционер для волос Витас стоимостью 55 рублей, произведен в России. Питание и восстановление для сухих и ломких волос в объеме 500 мл. Бальзам глубоко питает и восстанавливает волосы по всей длине. Подсвечник в виде крокодила, выполненный весьма реалистично, производитель Китай, состав доломит, алюминиевый сплав. Стоит 149 рублей. Кстати, эти подсвечники лучше смотрятся, когда их стоит несколько штук неподалеку друг от друга. И второй вариант подсвечников в золотом цвете мне понравился гораздо больше, чем в темном. Смотрятся они помилее, что ли, если можно так сказать. Пиала Боул Ато Кичен объемом 750 мл. Состав фаянс, производитель Китай. Пиалы продаются в трех расцветках: темно-серая, бирюзовая и пыльная роза. Пиалы матовые, обычной формы, никакого рисунка на них нет, но смотрятся они невероятно приятно. Стоит 99 рублей. Новые щетки для умывания. Состав АБС и нейлон, произведены они в Китае, стоимость 77 рублей. Щетки продаются в двух расцветках, белая и голубая. Сделаны в виде сердечка, и рукоятка у них тоже в виде сердечка. Достаточно жесткая у них щетина, поэтому если у вас очень нежная кожа лица или, допустим, есть какие-то воспаления или варикоз, я бы не советовала вам умываться этой щеточкой. Швабра универсальная с телескопической рукояткой, раздвигающейся до 120 см. Предназначена для сухой и влажной уборки. Состав полиэтилен, полипропилен, металл и полиэстер. Произведены швабры в Беларуси, продаются уже в комплекте с мопом. Для того, чтобы отполоскать или заменить моп, нужно нажать специальный рычажок на швабре. Кружки Ato Kitchen объемом 420 мл, производитель Китай, состав фаянс. Кружки имеют удобную форму, небольшую ручку, продаются все в сером цвете. В качестве дизайна использовано выпуклое сердечко. Декоративные наклейки на выключатель производства Китай стоят 77 рублей. Сделаны они из полиуретана, отлично подойдут для детских комнат, потому что сделаны в виде вертолета. Бутылки объемом 2,4 литра Ato Kitchen, производитель Китай, состав акрилонитрил, полипропилен. Бутылки имеют форму термоса и ручку похожую, крышка антипотеряшка, мерная шкала по боку бутылки, и стоят они сейчас уже по 245 рублей.